Здравствуйте! Это видео посвящено оператору языка запросов Google Define, с помощью которого легко узнавать значение слова. Вы познакомитесь с примерами. Для того, чтобы определить значение любого неизвестного вам слова, набираете в поисковой строке Google оператор Define, и далее вводите незнакомое вам слово. Например, слово «рататуй». Google выдает результаты. Рекомендуется после оператора ставить двоеточие, иначе вам будут выдаваться результаты на английском языке. Этот оператор очень удобен для того, чтобы узнавать значение аббревиатур. Например, введите в поисковой строке define, двоеточие, KPMG, и вы узнаете, что такое KPMG. Далее, пример, ЦРУ, Центральное разведывательное управление США. Если вам попадется в латинском написании название ЦРУ, CIA, то вы тоже можете узнать его значение, набрав в поисковой строке оператор define, двоеточие и буквы CIA по-английски. Далее приводится пример по определению значения слова НАТО, Североатлантический союз. Еще один пример. МИД. Министерство иностранных дел. Еще один пример. Слово «престидижитатор». Оказывается, это фокусник. А вот значение слова «простипома» Google не выдает, отправляет к другому словарю. Большое спасибо за внимание. Рекомендую вам самим потренироваться на своих примерах для закрепления навыка использования оператора Define. Теперь вы сможете легко находить значения незнакомых вам слов.